на ужин себе рассольник приготовил. Но обычно в рассолик что-то добавляют. Кто рис добавляет, кто это перловку. Ну, перловка долго варится. Я булгур вот добавил. Такая с грубой пшеницы. Ну, и можно как рис использовать. Вот. Лучок пережарил. На терочке натер морковочку на крупную. Огурчики. Рассольчик. Ну все, постный получился. Рассольник у меня. Приятного всем аппетита, хорошего настроения. Доброго вечера. Всем позитивчика. Ну а в конце варки зеленушки добавим. Витаминчики. Постный, но вкусный. Перчик. А, такой аромат. Букет перчика. Последний перчик у меня остался горький. Надо доедать. А, какая прелесть, а? Как он аппетитно. Жжет полностью рта. Перчик вместо мяса. Простенько и вкусненько.